Немножечко нервничаю, если честно. Hello, my friend. Меня зовут Петя Бондарь, и это видео будет про мой магазин в Калуге, который я открыл вместе со своим супер талантливым учеником Фаридом Гареевым. Смотрим! Ну и сейчас, естественно, будет небольшая предыстория, а потом я не буду тянуть время и сразу же сделаю обзор своего магазина. В общем, поехали. Катался я, значит, на самокате, делал крутые зрелищные трюки и даже в соревнованиях иногда побеждал. Но вдруг в один прекрасный или непрекрасный день, уже не помню, я, блин, ногу поломал. Пришел я такой, значит, домой, бросил самокат и думаю, что же теперь делать? Думаю. Тут, о, придумал. Сел я такой, значит, за стол и начал воплощать эту придумку. К тому времени, как я ее воплотил, я уже мог ходить и все, значит, начал делать. Потом я делал. И тут вдруг, о, доделал и начал делать это видео. Все, теперь начинаем обзор. Сейчас я иду по будущей стрит-зоне. Это не просто какая-то разруха. Тут мы вон выпиливаем фанбоксы, там вот эту вот всю ерундистику делаем. Тут, в общем, будет стрит-зона. Идем далее. Приближаемся к магазину. Вы готовы, дети? Он находится вот за вот этим углом. Погнали! В общем, вот магазин. Ассортимент еще не полный, сразу говорю, сразу же тут нас встречают шапочки Skills. Это значит прилавок с колесами, рулевыми, зажимами, тормоз тут есть. Это прилавок с вилками, зажимами, СКС, барендами, подшипниками. Это прилавок чисто с грипсами. Вот тут, значит, такая волшебная стеночка, несколько самокатов, носки, деки, рули. Тут висят шкурки. Также имеется мастерская, на которой вы можете сделать дырки в доске, подпилить руль, поставить доску, руль, да что угодно вообще, любые работы. Внизу под этим видосом я оставляю ссылку на магазин. Первым 10 покупателям я делаю лично скидку 10%. Пока что там будет только группа ВКонтакте, но совсем скоро там появится и сайт. Он сейчас находится в разработке. Также тут имеется скейт-парк. Находится он вон там, вот за углом. И сейчас местные ребята покажут вам, как надо тут раздавать. Добрый день. Итак, торжественно представляю первого покупателя магазина. Представься, пожалуйста, как зовут? Паша. Паша, а фамилия? Никульшин. Привет. Чего купить-то хочешь? VLX. Какого цвета? Красного. Пожалуйста. Не знаю. Так, чисто на всякий случай сразу предупреждаю, что доставка будет осуществляться по всей России, а московские, а тем более люберецкие заказы я буду иногда доставлять сам лично. Ну и естественно, в честь такого события я устраиваю конкурс, в котором будет 3 победителя. Подробности по ссылочке в описании на моей страничке ВКонтакте. Смотрим, участвуем, всем удачи. Все, всем желаю добра, всем удачи, всех чмок, пока.